Ну что ж, постельного белья должно быть много. Да. Почаще пополняйте свою коллекцию. Ведь от того, какое постельное белье вы постелили сегодня или завтра, зависит атмосфера вашей спальни, ваше самочувствие, ваше настроение. И, конечно, любоваться на красивое постельное белье, а не просто испытывать комфорт, это двойное удовольствие. Да, друзья, для тех, кто любит геометрические формы, для тех, кто у кого в бежевых тонах спальня, или, возможно, у вас бежевые стены, а может быть, у вас стоит стенка, вам нужно подобрать цвет в цвет комплект постельного белья. Мы вас понимаем, поэтому мы вам рекомендуем именно комплект Lawrence. Цена начинается тоже от сногсшибательно низкой цифры – 899 рублей. И, Надюша, это комплект за цену, которую ты назвала. Вы получаете пододеяльник, простыню и две наволочки 70 на 70. И все это в фантазийной дизайнерской расцветке. Это новинка, это премьера на телеканале Шоп-н-Шоу. Постельное белье Lawrence из мягчайшей микрофибры. Вообще, с эффектным рисунком. Ощущение по этому эффектному рисунку, как будто бы этот комплект постельного белья немножечко, немножечко, знаешь, с... похожий на шерсть, на леопарда, на шерсть как раз таки тот самый модный анималистичный принт, ты правильно заметила. Обратила внимание, посмотрите, вот эта эффектная геометрия еще и украшена животным принтом, а это очень модно. Вообще сочетание сейчас, которое мы видим, благородный, респектабельный коричневый, с культурным серым цветом, это для мужчин и для женщин. Да, кстати, нужно и себе угодить, и супругу. Друзья, вот у меня, например, 50 на 50 дома комплект постельного белья. 50% это цветы, а 50% для супруга, как он любит геометрические формы. Вот попроще, да? И нужно разнообразие, друзья, и нашим, и вашим. Мужчине геометрия, вам потрясающий принт в виде вот такого леопардового, золотой и не серый, это даже скорее серебряная расцветка. А вам двоим мягкая постель. Да. Потому что микрофибра является одним из самых нежных материалов. Прикасаться к ней одно удовольствие. Летом дарит легенький холодок, зимой согревает, хорошо держит термобаланс тела этот инновационный материал. Поэтому вам всегда комфортно. Сон комфортный. Самое главное, Надюш, вот ты вот, например, когда стираешь постельное белье, бывало такое у тебя в жизни, что потом 5-6 стирок и катышки? Катышки, я вообще не знаю, что делать с катышками, честно. Для меня это все, это конец. Я потом не использую такое белье. В данном случае это как... Микрофибра прекрасно себя ведет в быту. Стираем при температуре 30-40 градусов много раз, и катыши не образуются. Да, но у меня вопрос. Смотрите, всегда приятная у тебя поверхность. Очень темный фон на подушке, да? На простыне. Простыне у нас светлый фон. Могу ли я стирать все вместе? Все-таки здесь такой купонный рисунок, одно в другое переходит. Не будет ли она сама себя пачкать? Слушай, хороший вопрос ты задала. Да, наш постельное белье Lawrence можно сразу и под одеяльник, и простыню, и наволочки бросать в стиральную машинку. Цвета не смешаются, потому что Lawrence покрашен стойким красителем. А самое главное, потом вам его после стирки гладить не придется. Ведь микрофибра не мнется и не требует глажки. Ох, друзья, не нужно гладить. Запишите, это новинка. Вы сейчас успеваете заказать один. Будете одной из первых тех телезрителей, которые закажут новинку. Всегда нужно пробовать что-то новенькое.